2018 год призван популяризировать благотворительность, повысить гражданскую ответственность, что сделает людей более лояльными и менее равнодушными. Работники Дворца культуры «Спартак» собрали свою команду добровольцев из числа неравнодушных к чужой беде, кто готов потратить силы и время на пользу обществу или конкретному человеку, и посетили дом престарелых города Кизилюрт. Решили подарить атмосферу праздника и скрасить однообразные будни стариков, чья жизнь по разным стечениям обстоятельств проходит не в кругу семьи и родного дома. Два червонца, как с куста, если ты меня, мой друг, дождешься. Погоди, извозчик, я так устал, ну когда же ты со мной вернешься? Как и принято в Дагестане, гости пришли к старикам не с пустыми руками. Но главным подарком для пожилых была теплота слов и проявление внимания. Со словами благодарности в адрес прибывших гостей и подопечных всего центра обратился директор комплексного центра социального обслуживания населения Кизилюртовского района Магомед Дадаев, отметив, что подобные акции помогают людям сплотиться и не оставаться равнодушными к чужой судьбе. От себя лично еще хочу сказать, что это очень хорошая акция. И такое нужно практиковать чаще. К нам у нас бывает из других отделов культуры, из Кизилюрта бывает, из других мест тоже приезжают, волонтеры бывают у нас. Это очень хорошо. Люди должны знать, что есть такие учреждения, и как они тут живут, и представлять себя тоже. По мнению заместителя директора Дворца культуры «Спартак» Айны Абдулазизовой, посетив дом престарелых, главной целью было показать, что каждый человек нуждается в заботе и добром отношении, а пожилые люди в особенности. Приехали с такими добрыми намерениями, с хорошей концертной программой. В этом нам помогли очень много людей, которые тоже пожелали, изъявили желание помочь, отправили какие-то подарки, каким-то образом обрадовать людей, которые находятся в этих учреждениях. Вот, если есть среди вас такие люди, которые хотят присоединиться к этой команде, добро пожаловать. В планах команды добровольцев Хасавюрта, какими себя условно назвали люди разных культур, национальностей и сфер деятельности, проведение подобных акций как можно больше. Нести добро для них не просто абстрактные слова, а каждодневные труд. Дом престарелых в Кизилюрте – это, к сожалению, не единственный в нашей республике. И как бы печально это ни звучало, чаще всего там находятся не совсем одинокие люди, что не свойственно для Дагестана. В стране гор, где испокон веков чтили традиции и уважали старость. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».